Привет, дорогие подписчики. А если ты еще не подписчик, то, братишка, вот там есть кнопочка. В одном из своих последних видео я сказал, что в Польше нет альтруизма, что вызвало некоторые возмущения, негодования поляков в комментариях к этому видео. И я переосмыслил. На самом деле я хочу извиниться перед людьми. И вообще просто я понял, что я немножко был субъективным и лицемером в этом вопросе. Потому что на самом деле в Польше есть альтруизм, и есть классные люди, и моя история тому примером, мне очень помогали. Весь мой путь, который я здесь прошел за полгода, я постоянно пересекался с людьми, которые так или иначе помогали мне, в том числе деньгами. И это факт, это нужно признать. Но то, что касается этого видео предыдущего, моя спонтанная реакция эмоциональная была обусловлена общением с одним человеком с Киева. То есть все это в большей степени относилось и относится к украинцам, которые здесь, с которыми приходится взаимодействовать. В том числе с посредниками разного рода. Ну и касательно работы работодателей, тут, конечно, нужно сказать как есть. Поляки к этому относятся очень серьезно, очень щепетильно. Лишние копейки тебе не заплатит никто. Вот что заработал, то и получишь, а иногда и меньше. Так что да. Еще я сказал в том видео, что такие условия, Польша, другая страна, ты как бы сам на сам с собой остаешься, и это вынуждает тебя брать всю ответственность на себя. Так это же хорошо, друзья. Это же капитальная закалка характеров, проверка на прочность личности. Я каждому желаю пройти такой урок, потому что на самом деле это очень ценный опыт, очень. Это здорово. И вот. Еще можем поговорить немного на тему того, что выводов за последние полгода, которые я здесь. Ребята, до меня наконец-то дошло, что, блин, как же все-таки круто, что я поехал. Как же все-таки это здорово, что я попутешествовал, поездил, получил колоссальный опыт, даже сложный стрессовый опыт, но все равно. И как бы раньше я там негативно, может быть, немножко отзывался про Польшу и так далее. Капец, до меня сейчас дошло, настолько это круто вообще, все, страна крутая, реально. Особенно если смотреть, проводить параллели с Украиной, очень печально получается. Украина проигрывает по всем параметрам, это очень печально. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы люди в Украине и вообще вся страна, которая имеет такой огромный потенциал, жили хотя бы наполовину так, как живут в Польше. Понимаете, вот домики я вам показывал и покажу еще. Обычные домики, это приравнивается к пентхаусу у нас в Киеве, под Киевом. А здесь-то обычно, здесь норма. Здесь норма, что у каждого поляка есть тачка. Или в семье даже 2-3 машины, причем классные, премиум классы. Это здорово. Люди живут нормально. И это нормально, жить нормально. Понимаете, поэтому я просто к чему это все вообще? Ну, сейчас стоит вопрос о том, что может быть стоит вернуться в Украину, как бы, так как здесь я типа, ну, никто, работаю на обычной работе, а в Украине я там хотя бы маркетолог какой-то в интернете, понимаете. Другой аспект. Конечно, отсюда начинаешь больше видеть, сколько возможностей есть в Украине, столько нереализованных тем и потенциала, которые можно было делать, когда ты в своей стране, свой язык, своя культура, свои люди, связи и так прочее, прочее. И насколько я этим не пользовался, вот это минус. Поэтому вот, это, вот этот фактор, он и тянет меня как бы домой. Да, есть какая-то
фантазия, либо гипотеза, которую хочется проверить, а смогу ли я теперь с этим пониманием, с тем опытом, через который я прошел здесь, в Польше, сделать карьеру, не знаю, достичь успеха в Украине, действовать по-другому, не так, как обычно. Это гипотеза серьезная, и хочется ее проверить. Но с другой стороны, капитально, как не хочется возвращаться в Украину, ребят. Страшно. Потому что привыкаешь к уровню нормы жизни, привыкаешь выходить на улицу и видеть красоту везде. Видеть ровные, идеально дороги. Я просто обожаю эти дороги, хотя у меня еще нет автомобиля. Пока еще нет. И как подумаю про все это в Украине, из-за серости, эти дома, постсоветские хрущевки, эти, блин, обдертые, все, унылые улицы, разбитый асфальт, грязь, запленные подъезды обрисованные и прочие прелести, быдло на улице, то, конечно, грустно становится. И это пугает, пугает, потому что привык здесь на уровень все выше. И люди, которые приезжают с Украины в Польшу, я знаю, знал людей, которые вырвались из алкоголизма, из наркомании, оставили там в Украине свое прошлое окружение, которое просто уничтожало, ну, типа, само себя и всех, кто вот, в коллективе, да, всю компанию. Кто находится в окружении наркоманов, тот наркоман и уничтожает себя, или алкоголик. Но здесь ребята приезжают, начинают работать спокойно, начинают зарабатывать стабильно, начинают жить, покупают машинки, ходят в спортзал, качаются, бросают вообще в любом виде употреблять алкоголь, наркоту и прочее. И, в общем-то, начинается новая жизнь у людей, и это прекрасно. Поэтому, хотелось бы пожелать всем, кто сейчас смотрит меня, возможно, с Украины и думает, поехать ли ему, сделай ты шаг уже наконец-то, прими решение, измени свою жизнь к лучшему. Кроме тебя этого никто не сделает, потому что мы у себя одни и никому больше не нужны. Вот так вот, ребятишки, а я пришел, поэтому до скорых встреч.